Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Ну что ж, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Давайте заберем для начала ежедневную награду. 570, ребят, я потрачу это сразу же на наши телепорты. Они нам нужны. Так, забежим быстренько с вами. Да какой, блин, вот сюда мне нужно. В магазин бесплатно заберем нашу колоду. Так, что у нас там выпадет? О, Леонардо, неплохо. ДНК мы это, конечно же, с вами переработаем. Зайдем в задание, заберем реворд. Так, поднять уровень персонажа. Давайте сразу сделаем, чтобы не забыть. А сразу же поднимем уровень персонажа. Но для начала мы ДНК поменяем. Так, кому мы будем с вами поднимать? Так, тут полтиннички. Давай, наверное, мы с вами... О, стиранка, Ванек. Давай-ка мы тебя дапаем все-таки. Давно я этого хотел сделать. Так, не сейчас. Отлично, 51 уровень он уже имеет. Обратно возвращаемся в задание, забираем реворд. Так, и пройти серию испытаний. Ну что, по горяченькой, по беленькому мы с вами... Какой, блин, собрать? Что ты делаешь? Рэй, не надо так глупить. Быстренько пробежимся, буквально там пару секундочек у нас все это займет дело. И уже пойдем. Ребят, сегодня у нас будет, конечно же, лига. Лига, потому что неделька заканчивается, да. И нам нужно, как говорится, подняться по рейтингу. Тем более, как вы видели, я награду получал за Сёгун 2 звезды. Я даже не знаю, сбросили меня там, не сбросили. Но не должны быть, потому что мы в 3 звездах были. Причем довольно далеко. А, нет, ребят, вру. Мы до 3 звезд с вами не дошли. Нам чуть-чуть буквально не хватило. Сейчас посмотрим, как низко мы с вами упали и сколько нам еще подниматься. Поэтому я вот сейчас вот эти испытания пройду, чтобы получить нам 5 карточек на откат, чтобы, соответственно, мы могли с вами быстренько набить, как говорится, недостающие баллы. Так, Крис, вот не надо было этого делать, конечно, защиту дополнительную, зачем ты поставил? Знаете, в чем вся суть вот в этом измерении, ребят? То, что все вот эти вот скиллы, которые мы тратим, да, которые имеют откат, они переходят у нас на следующий этап. В этом, в принципе, вся и сложность этого испытания. Если бы у нас, мы бы перешли бы на следующее испытание, и все бы у нас вот эти вот хил, защита, все бы у нас было в откате, было бы намного проще. Но нет, нифигашечки. Также и здоровье, кстати, оно не восстанавливается. То есть мы переходим в следующий этап с тем уровнем здоровья, который у нас остается после первого боя. И все это идет вот по накатанной. Ладно. Здесь мы с вами забираем. И сразиться, да, сразиться, обязательно будем сразиться. Потому что нам нужно найти... Секунду. Вот. Я думаю, показалось. Нет, не показалось. Так, обменяли. Ну что, будем искать с вами кого? Хана, давайте Хана, наверное, найдем, потому что тут уже очень-очень, ребята, он близок к тому, чтобы получить, как говорится, вознаграждение, проапаться. Буквально еще 40 там ДНК найти на него, и он поднимется у нас по рангу. Так, это у нас получается 6 боев, да? Нужно еще 4 боя, ребята, сделать. 4 боя. Ищем. Так, стиранка, давай-ка мы его будем дальше продолжать искать. Так, замечательно. Шикарно. Так, это уже, ребята, 9 боев. И вот эти вот 3 последних мы с вами сделаем. И закончим на поисках. Пиццы-то хватит у нас? Хватило. Все, отлично. Так, забираем наш реворд. Раз, два, три. Ага. Нам нужно сразу переработать ДНК Рафаэля на Сюрики. Ну и все, теперь, ребят, давайте зайдем с вами все-таки. Тут, кстати, можно мутаген, конечно же, позарабатывать. Так, секунду, турнирная арена. И смотрим, ребята, я на 57 ранге, поэтому давайте быстренько, буквально шеминтом пролетим с вами, как фанера над Москвой. Возьмем вот этих вот ребятулек и быстренько за... Че я делаю-то вообще уже, ребят? Спешка до добра не доведет. Сейчас чуть было глупость не сделал. Конечно же, ребят, мы же должны своих малышей-то тоже, извините меня, использовать. А я уже... Погоди, тигр здесь не в тему. Давай вот так вот возьмем караечку. Карайка плюс Лео, это уже действительно будет победа. Так, ну что, красавцы, вы готовы сдаться на милость мне? Я думаю, готовы. Упс, тихонько. А так, если крикнем... Ух! Блин, я, честно говоря, думал, эффект... О, Лео надо уничтожить. Молодцы. Так... Теперь, давай, наверное, суперударом, ребят. Да, суперударом, чтобы не рисковать. Да ну, хорош, Донни, успокойся. Какого шлешего ты выжил-то?
Падать, я сказал тебе. Блин, ну рискованно было. Могли бы сейчас ребята сфейлиться, если честно. Значит, 54-я позиция была. Должны где-то мы с вами на 45-ю, на 40-ю приземлиться. Это как минимум. И... Блин, 46-я. Чё-то как-то не задалось. Хорошо, ладно, мы продолжаем, естественно, с вами воевать. Так, откат идет по Леонардо. И уже Лео будет у нас драться с кем? Возьмем Бакстера, Эйприл, Паукуса. И надо уже брать кого-то посерьезнее. Вот возьмем, наверное, с вами Железную Голову. Если что, перестрахуемся в плане того, что бомбанем с гранатомета. Так, понеслась. Надеюсь, у нас Кирби упадет. Хотелось бы верить. Да, тут очень, кстати, шикарно получилось. И добивочно или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо! Блин, ну ладно, иммунитет он вешает, фиг с ним, пускай вешает, это не так страшно. А мы должны с вами, ребята... Да ну! А так, если... Получилось, блин, я боялся сейчас, ребята, что этот... Иммунитет там у них сработает, еще что-нибудь, ну, знаете, в этом плане все. Ну, нифига, разбомбили. Так, давай мне 39-е место. О, 32-е. Хорошо, вот это уже получше, ребят. Так, продолжаем с вами боевочку нашу. И я думаю, что вот с этими ребятами мы подеремся. Естественно, здесь возьмем Леонардо. Также я возьму здесь Кирби, Карайку, Змейка Вьюна и кого-то посерьезнее. Это будет у нас, наверное... Нет, не Рокзар, это точно будет у нас... Это Зак. Поехали. Ну, с Заком здесь, конечно же, вообще все будет без проблем, потому что это... Убер-команда Зак и Лео просто рулят здесь от души, на самом деле. От души, смотрите, как-то... Нет, не упадут. Упали, но не все, к сожалению. Так, надо нам вот этого бомбануть. Ту-ту-ту-ту-ту, тихо-тихо-тихо. Да, иммунитет вешай. Так, а ты, главное, стой на месте. Как бы нам тебя шваркнуть-то, а? Обоих, ребятулечки. Хе-хе. Слушай, Кирби молодец. Своим этим ультракриком поразил врага. Классно получилось. Так, мы дойдем сегодня, блин, до Сёгунов 3 звезды. Неделя, ребят, заканчивается, еще раз вам повторяю. И вы знаете, что нам нужно быть в Сёгуне 3 звезды, чтобы получить нормальный престижный реворд. Так, давай, Лео, иди сюда. Наверное, мы возьмем с вами здесь. Раз, два, три. Слушай, а что я так делаю-то? Мы сейчас с вами просто-напросто потратим всех бойцов нормальных, сильных, крепких. Ой-ой-ой, давай Зака. Давай Зака возвращать. Вот так мы сделаем. Зак, Лео и, если что, Тигр будет на подстраховке вместе с кем? С Эйприл? Нет. Эйприл Кунаичи здесь вообще никак не зарулит. Ладно, посмотрим, что получится у нас. Минималочку, ребят, мы по минимуму отнимаем здоровье врага. То есть Заку нужно прокачивать бомбочку. Кого же? Давай, наверное, вот этих вот. Сможем? Да, мы смогли пробить. И Тигр добивает черепашонка. Оу, щит! Как так-то? Кого он сейчас? Фуф. Слушай, это нам просто, ребята... Да что ты будешь делать? Нам повезло, что у нас Хан выстоял. Ёлки-палки. Офигеть, вот это я рискую, а? Так по-другому никак, ребят. Без риска здесь никак. Играть там, сидеть, что-то бздеть, сидеть... Под столом, знаете, подсматривать из-за уголка, как там враг поживает. Нет, это не наш темп игры. Мы должны всегда, ребята, идти на пролом. Да, мы можем проиграть, мы можем это, ну, в конце концов, мы же не корову проигрываем, да? Мы можем проиграть просто-напросто раунд. Мы можем не получить какие-то бонусные очки. Но в остальном-то жизнь продолжается. Поэтому давайте делать последний наш заключительный бой. Да, вот так он будет выглядеть, к сожалению. Опять у нас два героя в неудел вышли. Ну да ладно, Shadow Fight 2. Так, ладно, не об этом сейчас. Берем, наверное, да нет, мы не будем здесь. Хотя нет, возьму, ребята, я здесь провокацию. И начинаем потихонечку бомбить врага. Начинаем с вертушки, конечно же. Хопс, минус 3. И уже, в принципе, здесь делать нечего, ребят. Вот, кия, сейчас слег парнишка. Ну и Донателло тоже падает. Все, отличненько. Единственное, что, ребят, нам больше здесь делать нечего, кроме как идти на Усаги. Конечно же, ребята, открывается у нас новое испытание Усаги. И мы с вами попали в наш трехзвездочный рейд Сёгун. Отличненько. Так, смотрим, ребятулечки. У нас что тут, кстати, по предметам? Так, Макман, Рафаэль. Не будем, ребята, или будем?
Может, нет. Потом опять будем с вами 1000 лет, блин, собирать. Обойдемся, наверное, да? Так-так-так-так, здесь пока ничего. А здесь вот, вот-вот-вот, 137 у нас фишечек, да? Естественно, ребят, покупаем вот это вот. Остается нам, ребята, всего лишь 3 ДНК, и Шреддер у нас прапается. Угу, а это будет классно. Пока он такой ватненький, не особо хороший, но потом мы его прапаем, и он будет у нас сильным. Так, ну что же, отправляемся с вами в бой, в испытание. Вот, эксперт. А что у нас вот тут? Что у нас, с вашего позволения, здесь? 70-е уровни. Ну, мне как всегда, ребят, везет как утопленнику. Вы посмотрите. Ну, что это? Ну, как вот здесь вот драться, блин? Они никогда не дают, ребята, мне самых мощных моих персонажей. Поверьте, если бы они мне дали здесь Леонардо, да, Рафаэля, Железную голову, я думаю, что вот с ними бы я справился. Ну, вполне справился бы. А так, что я буду? Одним Крисом здесь бомбить? Да ну. Ничего подобного, ребят. Так, ладно, давайте мы с вами должны заработать немножечко ДНК на Усаги. Посмотрим, кого нам дадут. Красавцы, блин. Ну, просто красавцы. Ребят, я, честно говоря, очень злой. Очень злой, потому что, ну, это какой-то, я не знаю, заговор против меня идет. Ну, что они мне дают? Одного всего лишь Криса, которому я буду здесь... Ну, что я здесь сделаю им? Нет, ну, конечно, я эту-то катку пройду, это понятное дело. Ну, а дальше-то что? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, естественно, каждая фигня сходит. Здоровье у меня уже там не останется. Что мы с вами сделаем? Давай сделаем вот так вот. Так, попробуем вот так шибануть. Отлично. Давай уничтожим грибок еще один. Кого бомбить? Естественно, сейчас будет бомбить Карайку. Как же без этого? Карайку бомбанет, нет? А, контратак он поставил. Хорошо. В принципе, я не против. А если вот так вот пропишем? Уч! Сейчас будет лютовать, ребята, будет. Ох, жесткий лютый удар. По Бакстеру? По Бакстеру ты сделал этот удар? Зачем я Карайку... А, нет, у него нету контур. Контур удара нету. Давай, Бакстер, хиляй. И добивочный бумс. Да, ребята, значит, мы с вами можем немножечко здесь... Помурыжить, да, как говорится, получить еще 2 ДНК. 2 мы получили, да, и 2 можно вот здесь, ребята, выбить. Попробуем, давай попробуем, наверное. Упс. Да елки-палки, хорош пугать-то, ё-моё. 3 звезды, думаю, только что же получил. Так, давай. Вот, ребята, сразу нам Усаги и Дима выпал. Ну что, здесь кто? Полтиннички, то есть вот этих можно отсюда смело убирать. Если мы хотим с вами вообще. Даже вот здесь, блин, ну это жесть. Ладно, я попробую. Как это будет все выглядеть у моей... Воу. Так, хорош уже тут своими двойными. Не, ребят, наверное, не пройдем, не получится. Как бы я этого не хотел. Зачем? Воу, еще и спецвозможности мне забраковали, гады. Блин, ну Усаги, ну ты мощнявый парень, а. Вообще не знаю. Опять. Офигетушки. Понеслась, короче. Не, ребят, я, честно говоря, хотел, думал, ну, на 3 звезды. Но, походу, дело здесь нам этого ничего не светит. А если нам, кстати, знаете, что попробовать сделать? Мы можем тоже, кстати, дополнительную защиту поставить себе. Можем же. Ты посмотри, как он делает, а. Ты посмотри, как он рубит. Ну, жесть просто какая-то, а. Ох, коломаны. Вот это он пробил. Ну-ка, в минус его. Так, Усаги 2 раза, естественно, ходит. Жизни у нас практически не осталось уже вообще. Зачем я так сделал, а? Кто мне скажет, ребят? Зачем я выставил одного? Ну, я думал, что он у меня останется в живых. Хрен там он, скорее всего, останется в живых. Я вот этого помойника сейчас уничтожу просто-напросто. Блин, да ты достал уже, Усаги. Через каждый, блин, ход он делает свой суперудар, блин. Достал, серьезно говорю. Давай, знаешь, что сделаем? Давай вот так вот попробуем. Контр у нас сработает. Сработало, ну что ж, теперь атакуй. Сейчас он просто меня захерачит. Пипец. Просто пипец, ребятули. Ладно, фиксим. Давайте мы пройдем хотя бы не на 3 звезды, хотя бы вообще пройдем. Для этого нам нужно сделать вот так. Выставить всех наших ребятулик. Да? Я, наверное, вот так вот лучше сделаю. Ну, сейчас-то, конечно же, у него не будет шансов.
Сейчас там у нас хоть кто-нибудь досходит и уничтожит этих вонючих мелких, вонючих грибов. Ага, разогнался. Да-да-да-да, конечно, конечно, ага. Ничего не получится. Даже не пыхти здесь мне. Карайку хотят уронить. Я чувствую это. Так, ну что же, мы с вами, наверное, сделаем доп. Защиту, может быть. Давай я сделаю, ребят, доп. Защиту и начнем уже разбирать потихоньку этих вонючек. Это, ребят, неудивительно. Я ничему не удивляюсь. Так, хорошо. Блин, да ты достал, а? Давай вот так вот сделаем. Ага. Получили? Говнюки. Да, ребят, ну, грубо говоря, здесь победа будет за нами. Естественно, не на 3 звезды, но она будет. Мы все равно с вами получим ДНК. А мне главное здесь ДНК. Конечно же. Ух ты, постепеночку даже повесил он. А ну-ка, иди отсюда, плешивый. Так, и вот этого нужно, ребята, еще нам бомбануть. Да хорош ты уже. Знает, кого бомбить. Естественно, ребята, бомбит по хиллеру. Сейчас Ванька тоже здесь отдуплится. Но я вот этого говнюка завалю. Все, теперь будем один на один. Вы знаете, что сейчас будет. Я ему сделаю проникающий удар в животяру с ноги. Это будет выглядеть примерно таким образом. Ну и все, у него дальше шансов нет, ребят. Он промахивается, хоть пускай 1000 раз тут бомбит. Никаких у него шансов нету. Я еще и вот так вот сделаю. Упс. Упс. Контр-то почему-то не повесился на меня. Сейчас приголубит, а? Смотри. Все, хорош с ним шутковать, ребята. У нас с вами повышенная атака, я должен его захерачить. Вы видели, как у него откатывается, ребята, скорость на атаку? Молниеносно просто. Он повесил на себя доп. Защиту, ты понял? Ты понял это? Вот так. Еще удар, и ему крышка. Да-д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 а. Не добьешь, гад. Эй, вообще промазал. Фу. Фу. Все-все-все, хорош, хорош. Повъежился и будет. На. Только шапка слетела. Да, поклонился он мне, короче, в ноженьки и сказал: прости меня, Крис, я был виноват. Но я-то безжалостен. Забомбашил. Да, ребят, вот у нас еще 2 ДНК на Усаги. Вы понимаете, что вот на этот ранг, на 3-й эпизод, лезть просто себе дороже. Я не смогу здесь разрулить. Вот этой армии, к сожалению, нет, не смогу. Но все равно, ребят, было неплохо. Мы с вами получили 4, аж целых 4 ДНК на Усаги. А этого многого стоит. Дорогого даже. Я бы так сказал. Ну что, давайте с вами выбьем весь мутаген из нашего друга мутагеноида. И, наверное, будем, ребятушки, с вами на этом завершать. Хотя, посмотрим, сколько у нас всяких там штучек-дрючек. Может быть, есть возможность что-то поискать. Я имею в виду в плане ДНК, там, карточки и так далее и тому подобное. Так, давай быстренько. Так, это у нас 2-й бой, естественно, победный. Никаких тут сопротивлений мы вообще не видим. И давайте-ка дальше разруливать ситуацию. Так, 600, да? 600 мутагена мы получили. Давай еще один бой. Точнее, еще нам придется 3 боя, включая этот. Ну что ты, блин, зачем ты это делаешь, Аркзар? Ватный мутаген, а он начинает тут свою провокацию делать. Так же мог и Раф сделать, но он же не делал. Потому что это ни к чему. Он прекрасно уверен в своей силе, знает, что он забомбит. Так, 900 мутагена. Потом идет, ребята, 1200. И конечная будет у нас на 1500 мутагена. И то есть на этом все. Ну, бомбим. Бомбим, ребятули. Ну, естественно, Рокзар начинает свою вот эту провокацию вешать. Ух, Лео, молодец. Бескомпромиссный парень, просто свертухан. Дыч, и на тебе. И валяйся, как говорится, мутаген. Мутаген, мутагеноид. Все, ребята, последняя битва у нас остается. Мы ее сейчас, естественно, сделаем. Также по-быренькому. Мутаген нам щедро предоставит мутаген. Не мутагеноид, а мутаген. Так, и вертушка, ребята, это будет добивочная. Нет? Ого. Выстоял как-то, гаденыш. Ну что же, все. С этим, ребят, заданием у нас покончено. Так, надо посмотреть, сколько у нас здесь пиццы осталось. Пиццы у нас осталось... Да подожди ты. Давай вот здесь вот. Вот здесь глянем. Кто-нибудь видит пиццы? Я не вижу, ребят, пиццу, поэтому... Давай вот так. А, подожди, стиранка мы искали сегодня. Мы уже искали. Кирби. Подожди-ка, крысиный король.
Бакстер-муха. Блин. А Бакстер-муха готов проапаться, ребята. 330 нужно золотых осколочков. Слушай, а что, у меня все меньше и меньше, ребята, остается персонажей, которых я могу найти. Но зато мы с вами потом, как я вам и обещал, после того, как мы откроем вот обычных всех персонажей, будем искать на них всякие ящики, сундучки, чтобы нам проапать ихние спецвозможности, то есть суперудары ихние. Так, давай, наверное, мы зайдем еще с тобой в бой. У нас с вами 40 сыра. Подожди, а у нас еще 16 пиццы. Почему? Почему вы так злобно со мной поступили? Я же ведь могу еще найти. Как так-то? Могу, конечно. Что там надо? А, 3 звезды. Я думаю, в чем проблема? 3 звезды, ребят, не заработано, поэтому... А я-то думал, ну давай вот здесь вот. Найти. Нет, тут тоже не получается. Они все, ребята, у нас ждут своего момента, чтобы их можно было бы прапать. Так, и мимо кассы, как вы видели. 5 пиццы, это, конечно, уже никуда не годится. Давай тогда мы зайдем вот в испытание. Кого мы можем с вами... Ну, здесь никого, а вот здесь вот. Во! Попробуем сейчас что-нибудь найти. Смотрите, 2 ДНК на саблезуба нашли. 2 ДНК на слэша. Офигеть, вот это пруха, ребята. 2 ДНК на Донателло ролевой. Ну, давай уж... Хотя, можно и Криса, и не геймпад. Ладно, пускай будет геймпад. 2 доллара. Вот самое фиговое, это вот 2 доллара, я считаю. Так, фигурочка кошки. И все. И все, больше у нас ничего, ребята, не получится. Так, давай-ка кое-что посмотрю я. Кое-что я посмотрю. Я хотел посмотреть, ребят, сколько... О, во. Слэш, еще 8 ДНК, и мы с вами откроем слэша. Это круто, это хорошо. Ну все, пожалуй, на этом, ребята, мы с вами будем закругляться. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся уже, надеюсь, наверное, в ближайшее время. Уже будет следующая, как говорится, неделька. И посмотрим результаты наших плодов. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.